матча «Резиденция». Игорь Никитин, главный тренер «Динамо» ЦСКА. Пожалуйста, на слово. Ну, в принципе, готовились, понимали, что игра будет тяжелой. Она такая получилась. Это недоработали нюансы. Против такой команды «ЦСКА» это сегодня решил исход матча. Так, в целом, ребята молодцы, старались. Играем с хорошей командой, поэтому нужна концентрация на всю игру. Готовимся к следующему матчу. Спасибо. Спасибо и главный тренер СКА Олег Заров. Легких игр в плей-офф не бывает, особенно с ЦСКА. Ну, мы это перетерпели. Плей-офф, ребята, это все впереди. Спасибо. Спасибо вам, пожалуйста, пожалуйста. Артем Кузьмин, Фонтанка.ру. Вопрос к Игорю Никитину. Вас удивило, что сегодня СКА сыграл в чуть более закрытый хоккей, чем в первой игре? Спасибо. Да нет, ну, результат, как нам уже важен был, так и для команды СКА. Поэтому не слушайте, закрытый хоккей играли, просто команды играли дисциплинированно. Что ж, думаю, что СКА, поэтому тяжело преодолеть организованную оборону. Есть еще вопрос, коллеги? Пожалуйста. Эрспорт. Сергей Ремен, Эрспорт. Игорь Валерьевич, вопрос вам. Телегин в третьем периоде сыграл только в одной смене. Можете сказать, что с ним? Он травмировал, не травмировал? Я пока не знаю. Просто сказать, что на 100% не может. Поэтому решили не рисковать. Если вопросов больше нет, то... нет, простите. Да. Еще вопрос Игорю Никитину. Пронаукин сегодня был очень заряжен на борьбу, очень много лез в драки, в какие-то единоборства. Это была ваша установка? Не он, только им был заряжен на борьбу, во-первых, во-вторых, хоккей. Конечно. Коллеги, спасибо большое. Спасибо.